Компания Synsonics представила новый цикл мощности звуковой частоты TPA2015-D1, работающий в классе D и обеспечивающий выходную мощность 2 Вт при напряжении питания 3,6 Вольта и сопротивление нагрузки 8 Ом. Коэффициент медленных искажений при этом составляет 6%. Ток потребления при питании 3,6 Вольта составляет всего 1,7 мА. Напряжение питания может изменяться в пределах от 2,5 до 5,2 Вольта. Коэффициент усиления может сдаваться программным способом и составлять 6, 15,5 и 20 дБ. Интегральная схема выполнена в корпусе с размерами менее 2 на 2 мм и имеет низкое энергопотребление, что позволяет использовать ее в широком спектре портативных устройств. По положению выводов, микросхема TPA2015D1 совместима с микросхемой TPA2013D1. Приложение, в котором может использоваться микросхема, это сотовые телефоны, портативные компьютеры, модули GPS и другая портативная электроника. Компонент поставляется в корпусе VCSP 16 уровней. Габаритный размер составляет всего 1,954 на 1,954 тысячных миллиметров.